Вясна – час наведения парадку не только во уласных кватерах и домах, але на улицах и дворах. У сельской местности от маленьких вёсочек и великих агрогородков пробирают территорию. Это робят разом работники замацеванных организаций и мясцовые жыхары. Наш репортаж с Бялынинского района за агрогородка Святиловичи. Сегодня мы убираем свою приклубную территорию с нашим коллективом. У Святиловичах работницы Дома культуры, мастацкие керовники и режиссеры народных святов оторвались от своей штодённой працы и вышли на весновое пробирание. Надо преображать землю, чтобы была территория вся красивая, наша страна, да наше лицо. На соседней улице мужчины наводят парадок на участках, которые остались без господаров, а там пустуют и зарастают. Гэтая бригада – мясцовые жыхары, которые работают бесплатно, на умовах партнерства с сельским советом. Весной много работы, очень много. Да и здесь, по деревне, мало жителей, все старые, помогать-то надо. Ну, приезжаю, если совета просят, мне не откажешь. У нас же действительно становится лучше. Все мы хотим жить, как бы говорят, модно по-европейски. Вот хорошо жить, но мало кто думает, что по-европейски жить – это пользоваться всеми благами. Надо же еще и работать по-европейски. Район электричных сеток робит свой уклад у обновления вёсок и пилуют древы, которые могут погрожать аварийными ситуациями. Вось менавіта таким чином разом организации «Мясцовые люди» наводят парадок у вёсках. Чистые населенные пункты, конечно, эстетика, это вдохновляет на дальнейшие трудовые подвиги. Большинство людей рассказывают уладу, отгукаются на просьбы прибраться на вокал. Это есть и законы, и традиция, и это что год и системно. Учатся брать удел в огульной справе с дятинства. Приятно, когда чистота вокруг, парадок. Нужно желание для того, чтобы взять инструмент в руки, выйти вместе с остальными и навести порядок на своей земле, там, где мы живем, там, где мы работаем, для того, чтобы можно было спокойно встречать гостей, можно было жить среди чистоты. Илона Иванова, Миколай Соболев, новини регион.